8 по 11 декабря в ТО «Промсервис Сотан» проведен 13-й турнир по хоккею с шайбой на Кубок Акима города Екибастуза среди любительских команд. В турнире приняли участие команды города Алматы, Павлодара и поселка Теренколь. Хозяева в этот раз показали отличную игру. По итогам турнира выявлены призеры. В матче среди команд ПСО «Екибастуз» и ПСО «Медведи» «Екибастуз» со счетом 6-3 чемпионами стали сборная команда ПСО и награждены Кубком Акима города Екибастуза. Третье место заняли наши гости из города Алматы, команда «Рахымжан», а также награждены в номинации «Лучший вратарь» Олег Сонаров, ПСО, в номинации «Лучший защитник» Дмитрий Акименко, ветераны Павлодара, в номинации «Лучший нападающий» Диас Михрамов, «Рахымжан», в номинации «Бомбардир» Александр Свириденко, ПСО, в номинации «Полезный игрок» Виктор Дынник, «Беркут», поселок Теренколь. Победители и призеры награждены грамотами и медалями отдела физической культуры и спорта Акимата города Екибастуза.